Всем привет, с вами Илья. Это топ-5 мини-фигурок самого культового злодея Ниндзяго – Гармадона. С 2011 года на сегодняшний день вышло несколько его версий. В этом видео я хочу рассмотреть пятерку самых крутых его фигурок. Давайте начинать. На пятом месте стоит Сенсей Гармадон 2014 года. Вышел в наборе Дракон Ниндроид в 2014 году. Из плохого лорда стал обычным добрым человеком. Второй мастер для ниндзя. Снизу черно-зеленое кимоно. Поверх светло-серая накидка с белыми рукавами. Над грудью золотой значок. На левой части иероглифы. Сзади символ дракона. Седые волосы. Первое появление Гармадона в человеческом облике в формате фигурки. Класс! Четвертое место получает Сенсей Гармадон 2015 года. Он из набора «Мобильная база ниндзя», вышедшего в первом полугодии 2015 года. В основном цвета такие же. Основа черная, пояс и завязка темно-зеленые, на поясе золотая застежка, те же иероглифы слева, золотые элементы, снизу бледно-зеленые одеяния, белые рукава. Сзади также символ дракона и интересная деталь – надорвана ткань. А под ней татуировка анакондры, которую Гармадон сделал, когда в прошлом учился у Чена. Красивое кимоно. Фигурка с уникальной особенностью. Третье место. Лорд Гармадон из наследия. Выходил в 2019 году в наборах Ллойд Мастер кружится против Гармадона, Ультра Дракон и в журнале Легаси. Переиздание четырехрукого лорда Гармадона из 2012 года. В целом, внешне он такой же. Чуть-чуть другие принты. На нижнем торсе ребра и фиолетовый пояс, переходящий на ноги. Верхний торс. Лицо более грозное. Шлем с костью черный. Сзади добавился принт на нижнем торсе. Спина и пояс. Улучшенная версия крутой классической фигурки. Второе место занимает Лорд Гармадон 2018 года. Появлялся в наборах 2018 года «Храм Воскресения» и «Титан Они». Вернувшийся старый злодей Ниндзяго, еще злее, чем прежде. Четыре руки, броня, верхний торс с наплечниками, над грудью надпись на языке Ниндзяго «Evil», то есть «Злой». В левой части брони дыра, видны ребра, сочится фиолетовая жидкость. На нижнем торсе ребра, темно-синий пояс, клевое выражение лица. Новый шлем. Сзади принт на нижнем торсе. Спина и пояс. По сути, эта фигурка взята из Ниндзяго фильма, но с другим верхним торсом. Все остальное точь-в-точь оттуда. Тем не менее, сама по себе фигурка крутая. И выглядит этот Гармадон грозно. И почетное первое место достается Гармадону Они. Появился в наборе второго полугодия 2022 года робот Нии Самурай X. В формате фигурки он с двумя руками. Красивое одеяние, снизу броня, защитные пластины, сверху черное кимоно, подвязанное фиолетовым поясом, на ногах наколенники, фиолетовые кисти рук, черные наплечники. Главная особенность – голова Они с серебристыми рогами. Зловещий оскал с красными глазами. Это Они маска, надетая на деталь самурайского шлема. Под маской обычное лицо Гармадона из наследия. Сзади на торсе символ, как у Сенсея Ву, и пояс. Потрясающая фигурка Гармадона в форме Они. Такой вот топ получился у меня. Напишите в комментариях, какая ваша любимая фигурка Гармадона. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравился этот топ. Пока! Stay.